Короче, я решил тебе кое-какую приколюшку показать. В общем-то, ну знаешь, да, я создаю новые миры в Майнкрафте. Там играю и целыми днями играю. И вот что порой выскакивает. Да, вот по-другому не скажешь. Потому что реально выскакивает, и это... Вот такая вот шняга, и она реально громадных размеров. Не знаю, что это такое, но подозреваю уж точно. Пиши в комментариях свои догадки, хотя ладно, по названию ты уже все и так знаешь. Но давай-ка отстранимся от названия, от превьюшки. И я просто тебя, так сказать, посвящу в эту историю. Короче... Здесь заспавнился огромный лабиринт. И что он из себя представляет, я не знаю, но мне кажется, что там что-то очень грандиозное, потому что, ну, он явно огромный, ты посмотри просто, размеры нереальные. И я даже сейчас подглянул, там какой-то эндермен стоит, и меня это достаточно сильно пугает. Кстати, звуки у меня нормально все, ну и в принципе можно уже начинать. А, стоп, я забыл комментарий дня! Ой, сейчас найду. Короче, не знаю, я там много комментариев нашел, даже на парочку ответил. Про моды, короче, прошлый видос был. Вот, и здесь написали: «Найсик, бро, дай пельмени с майонезом, когда ты будешь снимать лицом». Не знаю, зачем я этот комментарий отобрал, но, блин, опять пельмени у нас. Я вот заметил то, что уже куча видосов, у нас лучший комментарий про какие-то пельмени, уральские пельмени. Все прям зациклились на этом. Ладно, следующий видос точно будет без пельменей. Ну, то есть, следующий лучший комментарий будет без пельменей, но вот сейчас этот пусть, потому что здесь вопрос про лицо и пельмени с майонезом. Блин, а я так ел раньше, мне нравилось, но сейчас я перестал, уже давно как бы такое есть. Ну короче, буду снимать с лицом. Не, я не буду снимать с лицом, скорее всего, но я точно сделаю видос на Новый год с лицом вопрос-ответ, и скоро я буду в сообщество писать про задавай свои вопросики. Ну а мы тем временем вступаем в лабиринт, а то я уже слишком много говорю. Наверное, ты задолбался, и первое, что мы встречаем в этом незамудренном лабиринте, хотя ладно, наоборот, замудренном лабиринте, это вот такая вот простая мишка. Я его возьму с собой, почему бы и нет, и его зовут Стаффет Тедди. Хотя ладно, пусть он тут сидит, давай мы его поселим куда-нибудь в няшное местечко, вот допустим вот здесь. Если чё, уйдем отсюда просто нафиг, если здесь что-то жесткое. Но пока что я ничего такого жесткого не вижу, и мы можем спокойно ходить по этому лабиринтику куда захотим. Вот допустим я нашел лазерную винтовку, ну согласись, неплохо, реально. Вау! Ой, подожди, это я Моксибу сейчас уничтожил? Чего? Так, а здесь что у нас? Лом? Неплохо, пока что мы снарягу получаем, то есть куча оружки разной, которую можно будет потом использовать, фиг пойми где, сам не знаю где, но сейчас мы будем узнавать потихонечку. Продвигаемся по этому лабиринту, и что у нас здесь? Привет, кролик Бонза, ты добрый? Ой, блин, он нападает! Капец, испугал, дурашка. Блин, все-таки здесь злые монстры, это грустно, а это у нас офигеть! Это картинка Бокси Бу в целом его виде, да? Прям полностью. Офигеть, он красивый, ты посмотри. Ля, какие ручки, какие ручки, какие пружинки, какие... Какой сундучок, какие ножки. И какая пасть просто, блин, ты посмотри. Не, он мне реально нравится, Бокси Бу офигенный. Ой, а здесь еще сундук. Но подожди, давай мы вот так будем продвигаться осторожненько, осматривая каждый уголочек, потому что надо все осматривать здесь, конечно же, мало ли что мы упустим. И сейчас пока что я ничего такого не вижу, но при том вот здесь вот вижу. Не, это дробашек! О, отлично, комбат-шотган. Ну, пусть он у меня будет, и здесь какая-то картина. Да, насладимся ее видом, хотя я уже парочку... раз наслаждался этой же картиной. То, что в Майнкрафте только такая декорация есть. И да, она прикольная. Да, картинка. Да фигня! А, не, подожди, это херабрин. Ладно, сейчас можно придумать такие жути. Но Стив стоит реально круто.
Тем временем мы нашли какие-то паутинки. И смотри, здесь сундучок. Давай-ка мы тогда откроем сейчас потихонечку. Давай. Блин, не получается что-то открыть никак вообще. Что-то не получается. А как? Может сломать как-то паутину? Получилось. Смотри, а мы можем эту паутину вот так вот. Вот так вот. Давай. Опа, отлично. Длинноногая мамочка. Эй, привет, а я здесь это у тебя пришел. Ай! Блин, она злая. Черт. Она очень злая, она меня сейчас убьет. Фуф, это она все сплела здесь, вот эту паутинистую оболочку. Короче, капец. А здесь у нас что? Не пройти. А мы можем сломать как-то? Во! Другое дело, выломали. И здесь у нас что? Брон. Это брон, 100%. Привет, а что ты здесь забыл? Эй! Эй! Блин, ну ты же... Он добрый. Я его ударил, а он мог быть добрым. Пипец, я дурак. Извини, Брон, больше не буду так делать. Но продолжаем тем временем как куда-то идти. Я не знаю, куда на самом деле. Ну, ты сам понимаешь, что я впервые в этом лабиринте. Поэтому я иду фиг пойми куда. И мы не ясно ничего, короче, нам вообще в этом лабиринте. Но мы потихонечку же куда-то должны приходить, да? Все дела, делишки. Вот, поэтому идем. И здесь мы встречаем что? Ну, блин, вот бы Фласочка в этот лабиринт. Мы бы вместе координировали друг друга. И здесь у нас Буги-бот. А Буги-бот ничего от нас даже не хочет. А здесь у нас что? Ай! Блин, ловушка! Черт. Как выбираться? Нет, я сейчас умру! Нет! Я снова возродился и идем. Что уж делать, блин? Бывает вот такое вот, что ты просто погибаешь в этом лабиринте. Но знаешь, мы все таки, ну, у нас не одна попытка, это хорошо, значит, мы можем еще раз попробовать пройти. Только вот куда, я, честно говоря, не знаю, вот куда-то иду просто-напросто. И здесь у нас тот же буги-бот, и давай-ка вот сюда вот сворачивать. Ой, здесь вот за пони. Блин, он страшный. Нет, бежим. Так, а что у нас? Подглядываем. Смотри, там что-то интересное. А как туда дойти? Сейчас придумаем. Блин, кролик Бонзо за мной. Ай, я застрял в паутине, он тоже. Так, быстренько ломаем. И его только в паутину загоним, как тебе идея. Вот таким вот образом. Тихо, он прыгает на меня. Так, все, я его схватил. Паутину. Так, еще. Дурашка, блин, застрял, просто дурак. Вот мне смешно с таких Бонзо кроликов. Ну ладно, в принципе, блин, он уже проходит сюда. Блин, а куда я вообще? Так, это я в начало пошел. Мне вон туда надо, там какая-то библиотека. И Бонзо на меня сейчас, блин. Ай, тихо, схватил его опять. Блин, и сам попал в паутину. Ну сколько можно, просто просак какой-то. Так, тихо, сюда. Осторожненько. Вот сюда идем, и здесь у нас что? А, здесь у нас ловушка, перепрыгиваем. Уф. И как нам вообще? А, смотри, я подглядываю просто реально нечестно. Делаю, но вот сюда мне надо. И сворачиваем в эту библиотеку. А что у нас здесь? Я слышу страшные звуки. Это он, да? Это, походу, он. А, это из Роблокса. Как я не узнал по звуку? Вот он, да. Ну все, капец мне, походу. Но смотри, я туда даже пройти не могу, поэтому не факт, что мне конец. А, даже можно как-то, не знаю, паутинкой обойтись. Вот сюда надо идти. И как-то вот здесь вот выход продалбливать, я не знаю. Как-то надо, ну, как-то путь какой-то найти специальный, да? Вот, наверное, в эту сторону надо двигаться. И вот здесь вот уже должна быть... Нет! Как ты видишь, все равно нет. Вау! А здесь что у нас? Калаш. Неплохо. А здесь у нас еще и это, проклятие. Ну, обряд здесь какой-то проводили явно. И это очень хорошее место. Походу, здесь как раз и призвали этого чертика. Ну ладно, я его вижу. Ай-яй-яй-яй, он очень быстрый! Офигеть, он меня испугал! Так, ладно, уничтожаем его. Ой, он довольно-таки слабенький. Фуф. А там что-нибудь есть? Нет, сундуков я не вижу. Ну ладно, пошли отсюда. Здесь больше нам нечего делать. Ну его нафиг. Я, знаешь, я что-то так испугался, что лучше я уйду отсюда. Ну его нафиг. Давай-ка мы лучше пойдем в ту сторону, где в начало. Здесь еще путь был, короче. Там какой-то эндермен стоял. Вот сюда. Эй, котик, привет! Так, ломаем. Опа, привет, котейка, это Кэт Би. А что ты тут забыл? Ой, извини, я чуть тебя не ударил. У меня почему-то атака сама... У меня сама атака нажималась сейчас. Снова сама атака нажимается. Тихо. Странная вещь сейчас произошла. Ну ладно, все нормально, в принципе, обошлось. И смотри, здесь можно выломать доски. Ура, давай их выламывать. Что там? Подожди, а здесь точно ничего нет? Это что за место? Ой, сундук, доширак! Что здесь доширак делает? Мы можем его съесть? Доширак.
Красный дошик, я, конечно, на самом деле уже не любитель. Раньше обожал дошик, потом я что-то перестал. Ну, реально, я много чего перестал кушать вот из гадостей. И вот дошик к этому относится, ну, реально, что-то мне плохо от него становится. Ну, и вообще от углеводов вот этих вот быстрых, простых. Вот, поэтому, да, не советую тебе кушать такую гадость. Но решать тебе. А мы проходим вперед, и что у нас здесь? Какой-то портал. Прыгать или нет? Здесь вот он, этот огромный. Давай мы его уничтожим. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Он реально разозлен. Так. Начинается пожилая гвардия. Бам-бам, и мы его уничтожили. Офигеть. Ты посмотри, какую шнягу я забрал. Ею же можно кидать вот блоки в кого-нибудь. Давай в кого-нибудь запульнем сейчас по приколу. Почему бы и нет? У нас есть на это, ну... разрешение, у нас есть рука. Ну, точнее, разрешения нет, но что нам моба сделают? Мы в другом городе. Ой! Вау! Офигеть! Что я сейчас сделал? Жесть! А здесь сундучок, кстати. И я его не могу открыть из-за того, что у меня... Ой! Смотри, это флешка. Давай ослепим его! Бам-бам-бам! Тихо-тихо-тихо! Сейчас они ослепятся. Так, осторожно, осторожно. Ослепили кролика. И поджечь кролика. Так, отлично. Кроличьи лапки бы скушать. Ой, смотри, а здесь какая-то непонятная фиготень. И что она даст? Ой, я сломал. А, подожди. А что это, танцпол, что ли, какой-то? Может, мне пропрыгать по этим штукам? Оп, 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 оп. Ну и что это за фигня? Ладно, пойдем отсюда, наверное. Не знаю, если честно, что это. А вот здесь что-нибудь есть? Эй, кто-нибудь? Блин, что-то страшно сюда идти. Кролик Бонда. Тихо. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ой, еще один. Блин, а что это за место вообще? Куда я зашел? Здесь даже ничего нет, и кролик еще не умер. Так, давай-ка мы его вот так вот. Давай, опа, куда он делся? Вот он, засранец. Ладно, знаешь что, есть идейка пропрыгать по этим штукам. Оп, блин. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Работает. Ой, открыла стенка. А, это вообще был. Офигеть, он все-таки существует. Давай-ка мы его сейчас... Бам! Блин, 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 бежать, 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 бежать! Я срочно в портал прыгну! В портал! Ай, задел эту руку! Так! Нет! Не убивай, пожалуйста! Блин, он меня сейчас убьет! Капец, я умер! Ладно, короче, надо снова туда пойти и в портал запрыгнуть! Мало ли чего! Я хочу проверить, что этот портал дает! И мало ли я смогу запрыгнуть с ним! Смотри, он там прям разбушевался, я слышу! Вот где-то здесь! Блин, ничего-то страшно! Прыгаем быстрее! Ой! Что это за фигня? А, лабиринт? Ой, лаки-блоки, их куча здесь. А, вау, зелье страшное. Я не буду его использовать до поры до времени. Здесь у нас еще лаки-блоки. 4 лаки-блока. И, ну, выпала откровенная фигня. Но нет, выпал меч. Героический меч, он очень сильный. Может, с помощью него я смогу одолеть Буксибу? Хм, идея. Так, ладно, ведьма. Вот так ее уничтожаем. Это очень просто. Просто пам-пам-пам, и готово. Так, продолжаем. У нас луки-батуны выпали. Тоже не нужны. Лук. Так, это тоже не надо. Здесь еще зомби странный. Вот эту фигню открываем. Здесь у нас фигня полная. Вот эта фигня полная. Вот эта фигня полная. Бэби Найсик Бро, кстати. Уэ, броня, нифига не фигня полная. Ой, кстати, мы можем вот так вот сделать, слышь? Вот, смотри. Ай! Блин, он меня сильно ударил. Давай-ка мы его лаки-блоком или чем-то вот таким вот. Давай вот этой фигней его застрелим. Сейчас потихонечку. Вот так вот отлично швыряем. Может, нам еще его броня выпадет. Сейчас вот так вот потихонечку. Давай, золотый блок, прям в бошку. А, блин, подставилась эта дурочка. Летающая, как ее? Блин, короче, летучая мышь. Как она вообще посмела? Так, ладно. Оп, закидываем, закидываем, закидываем. Быстро, быстро, быстро. Быстро. Эй, не хватает блок. Еще вот так вот. Отлично, отлично. Еще, 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 и еще, и еще. Да, закидываем, закидываем. Пам, пам, пам. Да, отлично. Блин, смотри, он что-то очень долго держится. Прям нереально. Сколько вообще его уничтожать? Сколько у него миллиардов здоровья? Я уже устал, если честно. Последний удар. Ой, какие шняги, блин, они все поломаны, но в принципе вот так вот будет лучше, меня лучше защищать будет. Кстати, оп, смотри, как я умею выкидывать быстро. Вот так вот, просто научился, кстати, реально. Это я только недавно учился, ну как, месяц назад, наверное. Ну вот так вот, открываем дальше лаки-блоки, у нас тут осталось совсем чуть-чуть. Кстати, этой штукой легче уничтожать, реально.
Ну, то есть, как ты видишь, очень быстро уничтожается еще один меч. Такой же или нет? Не, смотри, вот этот вот мой, он круче явно. Там на одну позицию больше. Вау, это фигня, это фигня, это фигня. Ой, вау! Тихо, блин. Он меня чуть не убил. Ну все, мы все лаки-блоки открыли. Короче, такая беда, я никак не мог умереть. И, короче, я уничтожился. И, в общем-то, получилось. Теперь я могу продолжать свой путь. И все-таки, теперь у меня есть крутой меч, у меня есть крутая броня. И давай попробуем все-таки уничтожить того Бокси-Бу в лабиринте. Мало ли мы его уничтожим реально. Так. Эй, копи, достала ты уже здесь. А-а-а! Ладно, блин, зачем я ее ударил? Извини, извини, извини. Все, прекрати. Вот она громадная, смотри, жрет меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Давай, сражаемся. Бам! Все или ничего? Давай, мы сможем. Так, тихо, у нас мало шансов. Оп. Меня еще сзади. Ой. Опять меня уничтожили. Ладно, у меня есть идея. Я с помощью вот этого Тесла Гана сейчас попробую как-нибудь. Это, в принципе, несложно. Давай мы телепорт нажмем. Вот туда вот. Где он? Вот этот Бокси-Бу. И вот так вот. Бам! Начинаем пожилую атаку. Во-во-во-во-во. Он мне броню сломал. Быстрее менять. А, у меня сломано. Как это починить? Даже замены нету. Ну ладно, придется так как-то уничтожать ее. В принципе, пока что у нас получается. Ладно, не получается нифига у нас. Ну ладно, еще есть шанс. То есть вот так вот делаем. Опа. И... Опа. И... Опа. Вот, отлично. Блин, упал. Но, в принципе, я могу встать вот сюда вот и пытаться по нему шмалять. Давай, уничтожаем Бокси-Бушку. Пошла жара. Блин, что-то вообще никак. Чем еще ты его уничтожишь? Да, походу, мечом придется добивать. Не, смотри, не получается реально. Он слишком сильный. Блин, нереально прям. Ай, чертов Бокси-Бу. Я не знаю, что делать. Он вообще меня никак не пускает. Ай. Блин, он меня опять уничтожил. Капец. Я даже не знаю, может кидаться в него вот этими шнягами? Ну, а что, идея. Так, смотри-ка. Опа. Вот он, выстрел. Погнал. Так, блин, ну такой шустрый, вообще капец. Ты смотрел, меня может за считанные секунды просто ушатать. Ну реально, ты такой сильный. Так, ну мы потихонечку начинаем его вот так вот обстреливать. А, блин, я упал. Так, спокойно. Нет, он встал. Он на ноги встал. Все, капец. Ладно. Давай. Мы тебя уничтожим. Сколько у меня вообще много вообще? Не так уж и много, 8 всего лишь. А, уничтожил! Ура! Ну все, мы прошли этот лабиринтик. Да, мы Бокси-Бу уничтожили. А что здесь еще делать вообще? Смотри. А здесь лабиринт, он что, вообще бесконечный, что ли? А, смотри, здесь какая-то ловушка, я в нее не попадался. Здесь еще вектор. Ну ладно. Я думаю, что все, я уже устал, если честно. Мы и так слишком много прошли. Ну и надеюсь, тебе понравился этот видосик. Пиши в комментариях, хотел бы ты в таком лабиринте оказаться. Я, честно, ну не знаю. В принципе, я уже оказался, и мне довольно-таки понравилось здесь приключений столько монстров, но все же опасно очень. Но если много жизней, то вообще ничего нету помех. Так что подписывайся на мой канал, чтобы будняшечкой, конечно же, не теряй!